велосипед Outlip. Называется Greenwich. Клиент хочет установить вперед тормоза. Производитель здесь тормоза не предусмотрел. Клиент купил вот такие офигенные классные ручки. Мне вот нравится очень цвет. Но само крепление сюда в раму не влезает. Сейчас будем пробовать рассверлить и установить тормоз передний. Заходит уже солнышко. И на дорогу выезжают ведьмы с таким вот офигенным шрифтом. Шрифт мне очень нравится. Все, поставили пока старую обмотку. Новую обмотку клиент сам самостоятельно намотает. Потому что мы мотать не умеем. Мы это делаем криво, плохо, неаккуратно. Все, передний тормоз установлен. Вот так вот у нас все получилось замечательно. Рубашки, тросики. Все по красоте, все ездит, все работает. Цепочку ослабили. Потому что некоторые криворукие не умеют их в магазине мастера настраивать ровно, вытягивать. Поэтому вот мы все сделали. Восьмерки поправили на колесах. В общем, теперь вот такой у нас велосипедик симпатичненький получился. Немножко погрызенный, но это не мой. Это не мы. Так и было. Все тормозит, все работает, восьмерок нет. Можно забирать.